Добрый день, меня зовут Аир Евдамир, я являюсь мастером спорта и имею стаж работы с детьми более 10 лет. А теперь давайте посмотрим, как проходят тренировки в первой группе. Наша школа уделяет особое внимание воспитанию детей через философию дзюдо, прививая такие человеческие ценности, как честность, вежливость, уважение, трудолюбие, смелость. Задача нашей школы «Олимп» не только развивать детей физически, но и умственно, и интеллектуально. Учиться ставить цели для достижения своего успеха и достигать их. Меня зовут Дамир Шамирович. До встречи на тренировках в Одинцовской 103.